Все готово, мой царь. Скажи, Дианек, ты ходил с сыном на рыбалку? Нет, мой царь. Мне довелось познать только жизнь солдата. Я бы хотел порыбачить с сыном. Пора встретить свою судьбу. Спартанцы! Каждый вдох, что вы делали, вел к этому моменту. Каждая капля крови, пота и слез мои, ваши! Приближали этот день, этот час. Персы пришли, чтобы сделать из нас рабов. И вот что я думаю. Давайте напоим богов их кровью! Ну что, спартанцы? За сыновей! За дочерей! За Спарту! Приветствую вас на канале Splay, это Assassin's Creed Origins. Как долго шли мы к этому моменту, как долг был этот путь. Сколько ассасинов игр про Assassin's Creed мы прошли на 100% и на максимальной сложности. В общем-то на максимальной сложности прошли только Origins, потому что в остальных уровней сложности не было. Тут у нас первый такой бой, играем мы за царя Леонида знаменитого, который кричал: это Спарта. Опа, тихо. Так. Да что ты будешь делать? У меня же цель выбрана, почему ты атакуешь других, я понять не могу. Леонидус. Нет, этого не надо. Значит, это нужно грохнуть только важных. А что ты делаешь-то, господи? Готов. Ничтожество! Умри во славу Ксеркса!
Так, захват цели. Отправил овец на бойню. Ну же, перст! Я принесу к сердцу твою голову, спартанец! Попробуй! Да я же увернулся. Твой род прервется сегодня, спартанец! Я напьюсь твоей крови, а птицы выклюют тебе глаза! Попробуй, ты пойдешь! Черт, царь царей! После боя все склонятся перед ним! Давай же, хватит зла, ты умрешь! О! Даже мой сын, я думал, он умрет. Лучше тебя! Я убью тебя! И все сыновья Спарты станут рабами Ксеркса! Они скорее умрут! Да, можно и так! Что мне этот бит вообще не кончается? Кто защищает тебя? А кровью истекаешь ты! Мы спартанцы! Нас предали, мой царь. Ксеркс узнал о тропе в горах. Они идут. К рассвету вы будете полностью окружены. Мы спартанцы. Нам не привыкать. Спартанцы. Это слово забудут. Когда Ксеркс сотрет ваш народ с лица. Это был день, который персы не смогут забыть. А завтра будет день, который запомнит всяк живущий. Наконец. Ух ты! Надо же, Лейла! Думаешь, то самое копье? Ну, конечно. Книга лежала буквально на нем. Впервые в жизни мне так повезло. Ладно, запускай. А этой штуке можно доверять? Ну, книга могла... Запускай, Виктория. Как скажешь, босс. Сейчас включу. Обрати внимание, с прошлого раза кое-что изменилось. За технологическим прогрессом в наши дни не угнаться. Если не боишься, я включу максимальную сенсорную синхронизацию. Так, вот она, выбор сложности. Не так, как в Origins. Origins... когда новую игру начинаешь выбирать, а здесь вот такой интерактивчик сделали. Ну, стоит ли что-то говорить, конечно, кошмар. Врубай на полную. Посмотрим, на что способна эта детка. Правильно, если играть, то по-крупному, но если будет слишком напряженно, я всегда могу изменить настройки. Тут показано, сколько информации ты получаешь, находясь в анимусе. Конечно же, информации нам нужно по максимуму, как обычно. Режим герой. Классический режим игры, отметки отображаются всегда, и игрок автоматически получает информацию о целях заданий. Режим исследователь. Новый режим игры. Игроку необходимо исследовать мир, чтобы раскрыть местоположение целей и отыскать места выполнения заданий. Игра Assassin's Creed Odyssey рассчитана на прохождение именно в этом режиме. Замечательно, но мы выберем классический режим герой. Мне нужна вся информация, что есть. Я не собираюсь блуждать там вслепую. Как скажешь. Если передумаешь, дай знать. Послушай, Лейла, пока ты еще здесь. Если автор книги прав, то это копье может изменить все. Источник этой информации весьма ненадежен. Хоть Геродот и историк, в его трудах говорится и о магии, и о воле богов. Он не Гомер.
Он был первым в мире историком. Его тексты гораздо более достоверны, чем кажется. Если мы хотим найти артефакты Ису, почему бы не довериться человеку, который был знаком с их потомком? Знаю, но доверься мне. Возможно, ты права. И копье, и книга ничего не стоят. Но если вдруг нет, нельзя позволить Абстерго выяснить это первыми. Ты права, да и терять нам особо нечего. Но есть одна проблемка. Какая? Рукопись, мягко говоря, в неважном состоянии. А образцы ДНК на копье принадлежат двум разным людям. Какой цепочке ДНК мы будем следовать? Выбор за тобой. Я вот немного не пойму, будет ли отличаться сюжет, выбрав кого мы, ну, в зависимости от того, кого мы выберем, Кассандру или Алексиоса. Но я подразумеваю, что здесь также будет новая игра плюс, в которой можно будет поиграть за второго игрока, за второго персонажа. Поэтому вначале мы поиграем, конечно же, за мужика Леху. Да. Он выведет нас на правильный путь, уверенно. Порядок, босс. Мы готовы отправляться. 431 год до нашей эры. Начало Пелопоннесской войны. Удачи. Не хочу пугать, но наши судьбы в твоих руках. В этот раз мы одолеем Абстерго. Если Геродот не ошибся, и мы действительно найдем артефакт, ассасины смогут возродиться вновь. Ты справишься. И еще, Виктория, прочитай книгу. Она содержит разгадки, которые понадобятся мне позже. Да, капитан. Остров Кефалиния, 431 год до нашей эры. Циклоп шлет тебе весточку. Передай, пусть засунет ее. Ого. Малака! Циклоп сказал, ты беспощаден. Так нападай. А ты подойди чуть ближе. Блин, как вот этого не хватало в Origins. Парирование. Ты получишь урок. Если циклопу так не имется, пусть приходит сам. Не надо злить циклопа. Ах ты тварь. Зато каждую неделю такое. Я так больше не могу. Спасибо за помощь. Что с тобой стряслось? Ничего. Все уже в порядке. Снова циклоп, да? Неужто он не выучил урок? Как видишь. Конечно. Не стесняйся.
Тоже хочешь есть, Икар? А как ты думаешь, Зевс даст мне орла, так же, как и тебе, Алексиус? Может, попросишь его? Тут можно выбирать варианты ответа. Конечно, попрошу. Я замолвлю за тебя словечко. Дождалась. Ну, зачем ты тут? О, чуть не забыла. Тебя ищет Маркус. Чего еще хочет этот плут? Не знаю. Просит навестить его в новом доме. У виноградника. Стоп. Виноградник? Малака! Он у дороги в Сами. Теперь Маркус разбогатеет. И давно у него виноградник? Со вчера, кажется. Так, Маркус должен мне, но скупает виноградники. На чьи деньги? Не знаю. И где мне искать его новое дивное поместье? Знаешь статую Зевса на горе Энос? К югу от нее. Вот что значило режим исследователь. То есть тут вот эти дополнительные варианты в диалогах, которые указывают на место выполнения задания. Ну, думаю, надо зайти к нему. Спасибо. Откуда он достал монетку? Я скажу ему, что ты придешь. Ох, больно. Решение. Выбор, который вы делаете, может иметь как очевидные, так и неочевидные последствия. Взвешивайте свои решения, так как некоторые из них влияют на сюжет, и их нельзя изменить. Да пусть валят. Довольно. Скажите своему уродцу, что если пришлет вас снова, я скормлю его единственный глаз своему орлу. Мне кажется, они не поняли. Вот только оденусь. Должен сказать, что оптимизация здесь, по-моему, лучше, чем в Origins. Все работает прям так плавненько. Так, забрать снаряжение. Доп-контент разблокирован. Да, я это активировал в Uplay. Добавлено задание Тайны Греции. Теперь, чтобы подняться, Shift нужно нажимать. Просто в Origins был Alt. Здесь решили сделать Shift. Ну ладно. Стоп. Что это? Феба опять спала здесь. Бедняжка. Ей некуда податься. Кстати, ну-ка, карта. О, карта. Все это точно так же, как Origins, открывается. Ну, даже сложно сказать, больше она или меньше, чем в Origins, или такая же, как в Origins. О, нифига себе. Какие картинки здесь страшные. Из мифов. Прикольно. Не, наверное, побольше, чем в Origins карта, конечно же. Ладно, пока пойдем по заданию. Играть будем так же, как и в Origins. То есть проходить, в смысле, тип будет прохождение такое же. Надену, пожалуй. Режение. То есть в сериях будет сюжет. На стримах будем заниматься собирательством. Собирательство тут так же, я так понимаю, дофигища. Это что за набедренник? Или что это такое? Знаете, как сумка у торгашей на рынке была, где деньги они держат. Доспехи. Так, а тут что? Сломанный лук, который нужно починить. Значит, сейчас у нас только ближняя атака, лука нет. Печалька. А, так, нужно найти Маркуса. Он находится в винограднике. Ну, статуя Зевса просто эпичная.
Так, кстати. Voyager у нас было Сену, а здесь у нас Икар. Так, это сундучок какой-то уже есть. Круто. Опа. Опа. Чё? Подождите, да это нас засада поджидает. Ха-ха-ха. Хорошо, что я ее активировал. Сундук где-то под землей. Здесь, видимо, есть вход. Понятно. Вот твари. Блин, лучник дурацкий. Я пощадил вас, грубиян. А, это те ублюдки? Вот конченые. Блин, там лучник, надо его лучника грохнуть. Это что за псина еще тут? Она за кого? Не за меня, походу. Ой, не ту кнопку нажал. Да что ты будешь делать? Есть. Чуть копыта не отбросил. О, собаке сразу кожу снял. Спартанский широкий пояс. Ну-ка. Лучше моего. Сравните. Да такой же, по-моему, в точности. Ну, не будем менять. Ну-ка, как смотрится. Ну, давайте в нем походим. А что там за дом был? Подождите. О, лут какой-то есть. Засада, нормально. Ну то блюдки. Но это все как и в Origins. Посмотрим, во что ты вляпался в этот раз, Маркос. Да. Похоже, это и есть виноградник. Впереди. Оборзевший тип. Значит, должен денег. Найдите астракон. Так, и где он? Маркос, мирный житель. Опа, сундучок какой-то у него там есть. Задание вокруг. Да я не знаю, где его искать. Потом на собирательстве найдем. Пока что пошли к Маркосу, выясним. Маркос, послушай меня. Так нельзя. Что? Я тут главный. Сажаю, что хочу. Здесь виноград погибнет. Причем весь. Забудь все, что ты знаешь о прошлом, друг мой. Вместе мы совершим переворот виноделии. Поверь, ты еще вспомнишь об этом дне. Алексиос, слава богам! Феба тебя нашла. Я тебя слышу. Я волновался. Тебя ищут люди Циклопа. Ты в опасности. Жаль, что твое предупреждение запоздало. Но это не важно. Ты купил виноградник, Маркос? Виноградник? А что? Я люблю вино, ты любишь вино, все любят вино. И все покупают вино, а я продаю. Ты ведь ничего не понимаешь в виноделии.
Я быстро учусь. Сажаешь виноград и делаешь вино. О, как все просто. Ты должен понимать, что у меня есть план. У Маркоса всегда есть план. Ладно, ты можешь мне вернуть деньги? Могу ли я вернуть тебе деньги? Конечно, конечно. Хотя нет, то есть не сейчас. Так достань их. Конечно, Алексиос, конечно. Но, может, ты сам забери их у торговцев сами. Я в таком не силен, сам знаешь. Я должен отнять свои деньги? Они заждались тебя в сами, друг мой. Что за торговец? Дурис, ты знаешь его, он славный. Он славный, значит, но должен денег. Дурис, ты выжил из ума. Не давай ему деньги. Он всегда возвращает. Если его припугнуть. Именно, это в общих интересах. У Дуриса есть деньги, у тебя работа, у меня процент. Кефалиния изумительна, правда? Где его искать? В Сами, лавка с видом на пристань. Ты так знаешь, Алексиос. Будет ли он там? Ты путаешь меня с Пифией. Откуда мне знать? Как мне поступить с ним? Не так, как с тем торговцем оливковым маслом. Ты перестарался. Но деньги достал. И больше он с нами не работает. Нужно быть дальновиднее, Алексиос. Угрожать, припугнуть сколько угодно. Кради деньги, если нужно, но оставь мне покупателей. Убивай только в крайнем случае. Нормальный расклад. Надеюсь, мои деньги у него. Жаль продавать наш виноградник. Считай, что деньги у тебя. Потом нам нужно будет обсудить кое-что еще. Потом. Ладно, но я возьму коня. Жарко, да и далеко для пешей прогулки. Но подумай о выгоде, Маркос. Это в общих интересах. Верно, друг мой, верно. Можешь выбирать. Расскажи об этом. Он со Скироса. А ты знаешь толк в скакунах, друг мой. Этот конь карабкается по скалам, как козел. Тот, что в центре. Расскажи о нем. О, ты выбрал красавчика. Он родом из Салоников. Ему неведом страх. Мне нравится конь справа. Он из Македонии. Боевой скакун. Как раз для воина. Лево возьмем. Я выбрал. И какого же? Конь слева. Чудный выбор, чудный. Но у этой породы есть пара странностей. Не хотелось бы, чтобы тебе достался такой конь. Вот этот. Ты уверен? Ведь... Да, Маркос. Все выигрыши, всем хорошо. Это сам великий Фобос. Он никогда не подводил. Фобос. Приходи к храму в Сами, когда ты получишь свои деньги. Эфтерпа, вина еще достаточно. Не бойся. Не сейчас, глупец. Фебу похитили. Кто? Прихвостни циклопа, кто еще? Утащили прямо с дороги. Куда они пошли? В сторону пляжа к Тимены. К пляжу? Она умеет плавать? Я найду ее. Да, иди. Но не забудьте про Дуриса, Алексиос. Так, надо ее спасти срочно. Что украсть? Если люди заметят, что вы крадете вещи, они примут меры. Награда за вашу голову вырастет. Фига себе, прикол. Так, куда ехать-то? А, вон цель, только сейчас увидел. Там задание какое-то. Потом будем выполнять их. Пока что основной сюжет. Ой, опять эта хрень.
Ну, то, что он скачет по-другому, находясь в пределах населенного пункта. Вот они. Я подкрадусь к этим, Малакас. Так. Отпустите! Молчи или затяну веревку! Получим за нее выкуп для циклопа. Никто меня не выкупит. Все бедные. Помолчи, Феба. Так, обнаружение. Если враги заметят вас в запретной зоне, они бросятся на поиски. Пригнитесь. Понятно, это я как раз хотел сделать. Внезапная атака. Попытайтесь быстро убить ничего не подозревающего врага, нажав F. Если ваш урон убийцы недостаточно высок, чтобы убить противника, вместо этого вы проведете скрытную атаку и вступите в бой. Нельзя дать остальным уйти. Ясно. Так. Ну тут все специально сделано для обучения, поэтому они спиной ко мне стоят. Маркос будет следующим. Уведу отсюда Фебу. Алексиус, я тут. Спасай. Стоп, сейчас. Жива? Да ничего, в тот раз мне рот заткнули тряпкой, чтобы не кусалась. Феба, будь осторожна. Ты теперь одна ведь. Родители мертвы, но у меня есть ты. А у тебя я и Маркус. Мы твоя семья, да? Используй все свои навыки! Не сдавайся! Борись! Ага! Вставай! Ну! Да, отец. Спартанец встает сразу, как упал. Подними его! Ноги шире. Солдат не должен упасть. Да. Да. Нападай. Довольно, Николаус. Солнце садится. Пора поесть. Согласен? Что мы будем есть? Предлагаю съесть малышку Кассандру. Она ведь такая вкусная! Нет, не ее! Лучше меня, я вкуснее! Да-да, ты сладкий, как мед. Давай, идем. Мясо сгорит. Вот. Уложи ее спать. Да, отец. Сын. Ты моя главная гордость. Не забывай, ты принесешь нашей семье славу. Иди. Да.
Не переживай. Чтобы быть как ты? Главное присматривать друг за другом. Кстати, те типы об этом говорили. Что они сказали? Циклоп объявил за тебя награду. Талос хочет тебя убить. Талос? Наемник? О, когда же все это закончится? Лучше тебе опередить его. Говорят, он очень жестокий. Я найду дорогу в город. Спасибо. Талос, значит? Танос. Только этого не хватало. Снова нос ломать. Придется мне с этим разобраться. За вами охотятся. Охотники за головами, такие как Талос, это враждебные наемники, которые будут выслеживать вас до тех пор, пока за вашу голову объявлена награда. Обычно вы можете заплатить их нанимателю, однако откупиться от циклопа нельзя. Угу. В меню наемников можно узнать вашу позицию в рейтинге наемников, бонусы за каждый ранг, а также статус, сильные и слабые стороны всех известных наемников и охотников за головами. Поскольку Талос выше вас уровнем, следует избегать его до тех пор, пока у вас не будет достаточно сил, чтобы с ним сразиться. Ясно. Талос, каменный кулак. Чья родина Александрия полностью соответствовал своему прозвищу. Он был огромен как скала и больше всего любил разбивать головы своих врагов о камни и склоны гор, которых на Кефалинии немало. Так, стоп, что у него слабое место? Получает больше урона от внезапных атак, получает больше урона от атак дальнего боя, значит нужен лук против него. Алексиос, хозяин орла. О хозяине орла сложно немало легенд. Одни говорили, что он из рода спартанских царей, другие, что он бог. Угу. Так, нужно пойти в бой с Талосом. Но он 5 уровня, а я 1. Наверное, просто хотя бы до 3 качнемся. Призвать Фобоса. На Х теперь призыв. Понятно. Заберите деньги у торговцев сами. Так, ну и чё? Нормально будешь скакать по горам, по долам? Ладно, дойду здесь пешком уже. И я рад. Алексис, рад видеть. Здравствуй, Дурис. Дела идут в гору. Скажи Маркосу, чтобы он приходил за деньгами сам. А? Но я уже здесь. Слушай, я просрочил выплату. Теперь Маркос требует от меня двойную сумму. У меня столько нет. Ты должен был подумать об этом, когда брал деньги, Дурис. Но моя семья. Жарко. Я зол. И ты заплатишь. Сам знаешь. Вопрос в том, что пострадает первым. Ты или твой товар? Скажи Маркосу, что я заплатил сполна. Я не склонюсь перед наемником. Или перед глупцом, что рискнул занять деньги у циклопа. У циклопа? Вот как он купил виноградник. Слушай, я знаю, Маркос тебя спас. Забрал с улицы, когда ты был ребенком. Но пойми, он сошел с ума. Почему он его забрал с улицы, если у него семья была? Малака, ты все равно должен мне деньги. Смирись, циклоп схватит тебя и убьет вас обоих. Блин. Возможно, погром убедит его заплатить долг, понятно. Эй, нет, мой товар! Ладно, ладно, заплачу, хватит. Ну, вот то-то же. Ладно, деньги твои. Уходи. Приятно иметь с тобой дело, Дурис. Забудь мое имя. Не хочу, чтобы циклоп потребовал от меня вернуть ваш долг. Понятно. Вернитесь к Маркосу.
занят, Алексиус? Ну, нет, наверное. Так у тебя все равно нет диалога. Ну что? Вот он. Твое время на исходе. Скоро циклоп придет за тобой. Ему нужны деньги. А можно мне отсрочку? Циклоп раздавит тебя сразу, как вернется на Кефалинию. Если ты не понял. Ну уже грубить ни к чему. Ты не можешь прятаться за своим чудо-мистием вечно. Он убьет тебя, его и мелкую девчонку тоже. Понял, конечно, я найду деньги. Славно, иначе циклоп скормит тебя своим козом. А, Алексиус, судя по твоей улыбке, Дурис отдал тебе драхмы. Улыбки? Я узнал, где ты взял деньги на виноградник. Ты что, совсем с ума сошел? Мы можем вернуть деньги, правда? Уверен, можем. Блин, ну, конечно, вернем. А куда деваться? Нам нужен план. В этом я мастак. В этот раз твои уловки нам не помогут. Эх, были времена, помнишь? Простая жизнь. У меня было все, а у тебя, юного, одинокого, ничего. Я подарил тебе мир, открыл для тебя Кефалинию. О, опять воспоминания. Алексиус! Кассандра! А что с ними случилось? Маркус молодой. Эх, ты мне нынче достался улов. Есть хочешь? Может, договоримся? Я помогу тебе. А ты пару раз поможешь мне. И все выигрыши. Это лучшее предложение. А? Подумай. Стой! Кефалини. Ну и дар. Без меня ты был никем, но ты прошел долгий путь от бродяги до мистия со своей лачугой. А теперь циклоп отнимет у меня все. Я не смогу всегда защищать тебя. Меня убьют. О, не бойся его! Ты справишься! Как мне победить его? Чем сразить? Ржавым копьем? Сломанным луком? Вот ты где! От меня не скрыться, прячась в храме, Маркус. Друзила! Я только тебя вспоминал. Правда? Мне нужна древесина. Новые луки покорят весь остров. Но я не могу справиться с разбойниками, что мешают поставкам. Конечно, не можешь. Я как раз вводил своего друга Алексиоса в курс дела. Он уже придумал, как тебе помочь. Правда? Он молчалив, но опасен. Без разницы. С разбойниками нужно покончить.
срочно! Чудная мысль! А мне пора спешить домой. Алексиус, я придумал, как разрешить нашу дилемму. Приходи, как будет время. Вот хитрец. Если нужна древесина, почини мой сломанный лук. Обычно я плачу после, но это дело ползет, как улитка. Идем за мной. Я стану богатой, как крёс. Луки настолько хороши? Грядет война. Афининам нужны хорошие луки, чтобы одолеть Спарту. И все в выигрыше, ну да. Ты что, Маркус? Не надоело подбирать крошки? Так, а, во. На этой войне можно разбогатеть. А еще я слышала, ты спартанец. Это было давно. Я кефалониец. Давай сюда. Держи, как новенький. Лук, достойный самого Геракла. Попробуй. Стреляй по этим мишеням. А, да понял, понял. Пойдет? Открыть меню заданий. Зарабатывая опыт, вы повышаете свой уровень и получаете... Ну понятно, очки опыта тратятся. Так. Шестое чувство. Град стрел. Выстрел хищник. О, вот это надо будет прокачать. В предыдущей части ассасина мне прям вообще помогала эта способность. Удар быка. Рывок. О, это как у Леонида было. У Лени. Пинорг спартанца. У. Надеюсь, он при этом кричит: это Спарта. Так, усиленный мощный удар. А убийца из тени. Урон, наносимый при оглушении или внезапной атаке, увеличен на 20%. Автоматическая сбора добычи будет. Так, дальше. Оружие ближнего боя, обычные стрелы будут наносить урон от яда в течение 15 секунд. Нет, нафиг. Удерживайте, чтобы открыть тайные взгляды Афины. Покажет вам, что скрыто в радиусе 15 метров. А вот это полезно. Значит, это в первую очередь прокачаем. Потом прокачаем убийцу из тени. Готово. Ну, тут она даст нам задание, видимо, найти дерево. Какие-то гравировки разблокированы. Заданий тут так же, как в Origins, много. Островок такой отдельный. Нужно будет точку обзора в первую очередь посетить, чтобы карта открылась. А вот он, Талос. Ну, понятное дело, что сейчас я его не завалю никак. Ну, хотя как никак, может быть и можно завалить, но я все-таки хотя бы третьего уровня попытаюсь достигнуть. Вот. Стримов, судя по всему, у нас будет много, потому что собирательства тоже немало. Выполнять допники, топ-задания. Пойдем уже в следующей серии. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и жать на колокольчик. Мы проходим Assassin's Creed Odyssey на 100%. На сложности кошмар. Всем удачи, пока.